Привет, друзья! Сегодня вкусные помидоры на зиму. Как-то в гостях попробовал, мне очень понравилось. Простой рецепт, а получается просто сказка. Помидоры хорошо моем. Банки стерилизованные по 10 минут и крышки тоже. Складываем помидоры. Вот так вот получается. Банки у меня по 700 мл. Каждую банку по зубчику чеснока я разрезал на 2. Заливаем кипятком. Накрываем крышкой и оставляем на 15 минут. Воду сливаем на 1 литр воды. Столовая ложка соли с горкой. Сахар 3,5 столовых ложки. Ставим на огонь, как закипит. Добавляем 4 столовые ложки уксуса 9%. Потом еще раз закипает и выключаем. Заливаем помидоры маринадом. Закрываем хорошо крышкой. Переворачиваем. Накрываем чем-то, закрываем и оставляем до полного остывания. Обязательно попробуйте. Очень простой рецепт и очень-очень получается вкусно. На этом все. Всем спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем мира, добра, пока.